Раскатать тесто, приготовить начинку, несколько ловких движений, и вот вкусное и сытное блюдо готово. Ребят из Химкинского социально-реабилитационного центра научили лепить вареники. Организовали для детей кулинарный мастер-класс члены общественного совета «Химки. Интересно жить» Михаил Раев и Марина Эйслер. У ребят сейчас каникулы. И чтобы разнообразить их будни и сделать их более интересными и насыщенными, мы пригласили их на выездной мастер-класс по лепке вареников, где они научатся не только лепить вареники, но и продегустируют их. Проект «Химки. Интересно жить» родился по инициативе жителей при поддержке депутатов горсовета. Жители обратились к народным избранникам с просьбой организовать в городе доступный досуг. Глава Химок поддержал инициативу. Так, 3 года назад появились тематические мастер-классы, которые охватили все сферы увлечений. Спорт, декоративно-прикладное творчество, кулинария, искусство и многое другое. Вскоре проект разросся, в нем приняло участие почти треть населения города. Причем проводили мастер-классы сами жители, делясь с соседями своими навыками и увлечениями. Пандемия внесла коррективы в жизнь людей. Проект перешел в онлайн. Теперь же, после снятия ограничений, жители возвращают мастер-классы к жизни. Но этот особенный. Дети из социально-реабилитационного центра не могли их посещать самостоятельно. Члены общественного совета им эту возможность организовали. Сегодняшний мастер-класс – это еще один пример, как наши активные, увлеченные жители городского округа Химки делают нашу жизнь в городе интереснее. Таких мероприятий должно быть больше в городе. Не оставили детей и без сладкого. После дегустации вареников ребятам предложили на выбор десерты, чтобы жизнь показалась немного слаще.